На сцене только лучшие. Все участники перед тем, как получить допуск на городской этап конкурса, прошли отборочный тур в своих учебных заведениях. Этим объясняется высокое качество номеров. Из них жюри предстояло выбрать лучших из лучших. Защищать честь своей «Альма-Матер» – задача ответственная, поэтому огромное внимание участники уделили репетициям. Готовиться к предстоящему конкурсу начали задолго до наступления весны. Этим объясняется боевой настрой талантливых студентов. Готовились, можно сказать, год целый к этому празднику, конечно. И для нас, это для нашего коллектива, это очень важно, чтобы мы вышли в финал. Традиционно выбор молодежи остается за вокальными и танцевальными номерами. В этом году их тоже было в изобилии. Задели за живое участники в номинации «Художественное чтение». Главное в этом жанре – суметь передать зрителю эмоции и, конечно же, не забывать сам текст. Последнюю задачу усложняет волнение. Но и оно не страшно, если вовремя с ним справиться. Ноги тряслись, и там думала, что голос сейчас вообще сядет. Но вообще впечатление потрясающее. Просто организаторам большое спасибо, что есть такое, как... такой конкурс, как «Студенческая весна», что можно не только себя показать, но и также посмотреть на других участников. Здесь есть на что посмотреть. Каждый год «Студенческая весна» открывает таланты. Среди участников много новичков. Некоторые молодые артисты выступают даже в нескольких номинациях. Асю Степанову зрители увидели сразу в двух образах. Девушка солировала с песней «Фонарик» и выступала в составе коллектива «Живая вода». Недавно. Решила поучаствовать, потому что мне это нравится. Мне нравится, когда могут оценить мое пение, когда я... Это волнение, это всегда приятно, и хочется доказать себе самой то, что я могу. Гала-концерт «Студенческая весна» подошел к концу. В любом соревновании есть свои победители. В этом году лучшими из лучших стали студенты школы педагогики ДВФУ, училища культуры, Приморского института железнодорожного транспорта и другие. Все участники получили памятные кубки и сладкие призы. Надежда Якушенко, Анна Клыга, Николай Фарафонов, Телемикс.